Всем привет, друзья! С вами я, Сова Влюблена, и в этом видео расскажу вам о секретах макияжа за 5 минут. Я крашусь всегда очень быстро, мой повседневный макияж всегда занимает где-то 5-6 минут, полностью весь образ максимум 10 минут. За это время я успеваю нарисовать себе стрелки, сделать тон, брови, тени, губы, скульптуринг и все что угодно. Что-то супер сверхъестественного здесь не будет, так как это макияж за 5 минут, а не макияжи из Pinterest, поэтому просто поделюсь своим макияжем, то, как я крашусь каждый день, и просто расскажу, как я это делаю очень быстро. Для начала мы заколем мои волосы быстренько. Вок, свяжитесь со мной. Очень хочется попасть на эту бьюти-рутину. Такое ощущение, как будто бы прям, ну, девочка-девочка. Единственное, что я уже нанесла тон, так как мой тон на водной основе от Makeup Forever. Makeup Forever. Да, от Makeup Forever. Он на водной основе, поэтому прежде чем наносить макияж, мы наносим этот тон, и его нужно подождать 5-10 минут, чтобы он проявился во всей красе. Вот такой вот тон. Единственное, что специалист золотого яблока каким-то интересным образом решил мне сделать подлючку и дал мне тон темнее. Поэтому, когда я его наношу полностью, я становлюсь, как бы сами знаете, понимаете, да? Не своего оттенка кожи, поэтому я его еще разбавляю кремом, и, соответственно, для того, чтобы мне наносить уже макияж, нужно мне подождать примерно 6-7 минут, чтобы лицо было не влажным и полностью было готово к макияжу. Перед этим я всегда свою кожу очищаю тоником, так как вода не полностью снимает всю грязь с лица, у меня вот такой тоник от Виши. Не скажу, что это самый лучший тоник, но, извините, стоит 1500 рублей, поэтому оставляем и радуемся тому, чему мы имеем. И также я еще сделала брови гелем, так как я наношу гель на брови перед тоном. У меня такой от Пуси, очень вкусно пахнет. Оценка, наверное, 4 из 5. Не знаю, почему 4, но как будто бы не супер 100%, да. Вот, ну, вкусно пахнет. Пахнет мужчиной, я бы сказала, таким сексуальным. Поэтому, чтобы не схитрить и не сделать так, что я пол макияжа тут уже нанесла, и мы, извините, 5 минут тут делаем контуринг, я решила оставить 4 минуты для нашего этого. Ну и, соответственно, из-за того, что я буду разговаривать в этом видео, делаем погрешность пару минут, хорошо? Мы сделаем такой вот хитрый план. Так, поставлю таймер. Я в перчатках, так что извините. Что-то я волнуюсь, мне кажется, что не успею, потому что много буду болтать. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Очень интересно. Старт, время пошло. Первое, что я делаю, это всегда осветляю свои веки, чтобы сделать так. Вот у меня тут зеркало. Окей, я не буду пользоваться зеркалом, буду пользоваться камерой телефона. Я всегда осветляю века, чтобы на него нанести хорошо там тени всякие, чтобы просто сделать его однотонным. От пупа. После этого я, конечно же, делаю себе века, просто чтобы сделать форму веком и немножко выделить глаза. Вот так вот быстренько, уды-сюды. У нас макияж 5 минут, поэтому извините. За ожидание такси платное никто платить не собирается. Все у нас в пределах нормы. И потом я эта же палетка. Палетка у меня еще с 8 класса от NYX, когда он еще был в России у нас. Хотя говорят, что он до сих пор есть, но я его пока что не видела. Но, по-моему, в золотом яблоко. Потом я наношу и выделяю века нижнее. Тут выделила и на втором глазу. И обязательно уголок глаза, чтобы вот так вот выделить наши глаза. И теперь самое главное. У меня вот такая вот кисточка от Triumph номер 1. Это самая лучшая кисточка для контуринга, которая была. И палетка контуринга от Vivienne Sabo. Обожаю эту палетку, потому что она очень тоненькая, очень классная. И, не знаю, очень много тут. И делаю контуринг. Вот, и самый первый секрет вообще любого макияжа за 5 минут, это то, что контуринг. Контуринг решает все. Можно только тон нанести контуринг, и у вас уже все готово, понимаете? Время 2 минуты уже, девочки. Я обязательно вот тут шейку, подбородок. И самое главное, потому что все об этом забывают, это делать контуринг лба. Потому что за счет контуринга вы делаете себе объем лица. И будет очень странно, что очень скулы выделены, а лоб нет. И чтобы это все красиво выглядело, прям вот так вот проходимся. Единственное, что посмотрите, как устроен ваш череп. Обратитесь к специалистам, либо к YouTube, чтобы посмотреть, как именно правильно делать вам контуринг. И обязательно нос. Носик. У меня нос с горбинкой. Я этого раньше стеснялась. А теперь, знаете,
очень сильно горжусь, что у меня такая изюминка есть. Так что вы тоже не комплексуйте, если у вас есть какие-то интересные штучки на лице или не только. И вот такая кисточка, просто лучшая для румян. Наношу на верхнюю скулу сюда вот, обязательно вот сюда на лоб тоже, на вторую сторону. Я не улыбаюсь, делаю все интуитивно. Я очень часто была у визажиста, я там подсмотрела все, как она красит меня. И, так сказать, на свое лицо это все применяю. И обязательно глаза. Вот так вот, глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Побольше румян, чтобы лицо выглядело свежо. Время 3:30. Ну ладно, побольше собрала. И, собственно, вот, уже время 4 минуты. Но, ну ладно, мы сделаем погрешность из-за того, что я еще объясняю. Уже я сделала контуринг, и лицо просто невероятно круто выглядит, и можно оставить уже так, и куда-то идти, так сказать, красоваться. Но сделаем немножко побольше макияж, вот такую штучку, я забыла, как она называется, чтобы накрасить реснички наши, да? Но я обычно ресницы не крашу, я делаю акцент на губах. Ну ладно, сегодня мы тоже это сделаем. Оп! Всеми любимая тушь Vivien Sabo. Ребят, куда без нее? И красим глаза. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Я всегда смотрю вниз, когда крашу глаза. Тем самым я четко вижу свои все реснички, которые я прокрашиваю. Прошло ровно 5 минут. Мой макияж, в принципе, готов. И еще нижнее. Достаточно. И, конечно же, ладно, сделаем полноценный макияж. Мы возьмем хайлайтер у меня от MAC. Он не кончается. Девочки, у меня уже он находится лет 7-8, понимаете? Он все еще работает, он все еще жив. И такое чувство, как будто бы вот я его только-только открыла, с магазина привезла. Вот так вот скулы, тут-тут, чуть-чуть глаза сюда. Берем потом вот такую вот кисточку. И вот тут вот распад бровкой, распад глазиком сюда, на носик, на губки, вот сюда, 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 все, все, девочки, как говорится, звоним, вызывай такси, едем в ресторан. И, конечно же, карандаш для губ. Вот такой карандаш для губ от Ши, от Ши, Шу, ну сами, короче, там. Прочитайте название. Невероятно крутые карандаши, очень стойкие, классные. И не скатывается, не размазывается. Так, все, я не болтаю. Ну и все, наш макияж готов. Ой, у меня заблокировалось. Стоп. В общем, прошло 8 минут. Это с тем условием, что я еще секунд 30 поправляла зеркало себе, немножко болтала и просто нервничала из-за того, что здесь камера. Но окей, я не буду, так сказать, себя оправдывать. Макияж занял 8 минут полностью. Еще тональник получается 9. Ну, короче, до 10 минут занял полностью весь макияж. Что я считаю очень быстро, очень классно, с крутым результатом. И единственное, что я бы хотела еще немножко подзавершить и добавить немножко пудры, чтобы вот это все дело, так сказать, закрепить. Вот так вот мы это все на носик наносим. Сюда-сюда. Все. Теперь точно, официально все готово. Снимаем наши заколочки. Кстати, моем волосы кудрявым методом, и вот что получается. Пока что еще не идеально, но я учусь. Так что, если хотите видео на эту тему, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно сниму. И в завершении нашего видео я хочу подытожить эти секреты макияжа, точнее, свои секреты, так сказать, свои лайфхаки. Первое, это обязательно очистить кожу перед тем, как вы будете наносить макияж свой, потому что ровная кожа, чистая, это залог вообще всего, это фундамент. Второе, это контуринг. Вот нанеся просто контуринг, вот это вот румяшки, вот эту вот скулу, все, все уже, я думала, дырка, но нет. Все, весь макияж уже будет полностью готов. Обязательно лоб, обязательно вот эту вот скулу. Мы это все рисуем красиво, чтобы это все было, потому что это фундамент, потому что это база.
И благодаря этому контурингу весь макияж будет готов и просто выглядеть на все супер 100. И еще один такой секрет. Так как я крашусь очень быстро, я наношу быстро очень стрелки, тон, контуринг. Это было у меня не всегда. Раньше я красилась по часу, по полтора часа у меня выходил весь макияж. Дело в том, что в свои времена, в свои школьные времена, в свои подростковые времена я красилась каждый день. На протяжении 4 лет я каждый день красилась, изучала свое лицо, пробовала, экспериментировала с разными стрелками, с разными формами, губами, цветами. И, соответственно, путем методов и тыка, путем экспериментов я уже четко на 100% знаю свое лицо, знаю все свои изъяны, знаю, как мне нужно поставить руку, как, что мне сделать, чтобы это было все быстро, красиво. Поэтому, если вдруг у вас есть время, если вдруг у вас есть какая-то ежедневная рутина, где нужно выглядеть красивым лицом, с макияжем, то, пожалуйста, каждый день красьтесь, каждый день экспериментируйте, вы набьете руку 100%, и тогда будет все отлично. Все мои подруги очень много тратят на это время, на этот макияж, по 2-3 часа. И я просто в шоке. Но все индивидуально. Все выглядят шикарно, все красотки, все изъяны. Это я тут быстро все начирикала. Но мои девочки, они просто невероятные красавицы. Я очень рада, что они так много времени уделяют своему лицу, своему макияжу. Но, возможно, можно было бы все это сделать быстрее. Но это все не важно, потому что главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Всегда. И в любом макияже, в любом темпе, с любыми кисточками и так далее. В общем, я просто поделилась своим повседневным макияжем. Мне захотелось снять такое видео, вот, как я крашусь. Именно повседневно. Очень быстро, повседневно. Так что делитесь своими комментариями, делитесь своим мнением. Пишите в комментариях, сколько уходит на макияж у вас времени. И до скорых встреч и новых видео. Call me baby doll. Come break on the drums. Don't leave me alone.